С 5 июля, вот после обеда, собрались на занятия. Вот что творится сейчас на улице. Держите дверь. Так, все, заходи. Куда пошел-то? Куда пошел? Выходи, Егор. Егор, заходите, все. Не волнуйтесь. Арасий! О, что творится-то? Я заберу то было, да? Улетит. Да, да, убирай, убирай. Так, ушли, ушли. Дождя, Тарасий, я сказал, уйди с дождя. Тазик, он с той стороны, подайте ей. Вот стой, стой, со второго входа. Какой там замок? Там нету замка. Вот, автоматики. Допускатель, как что сделаешь сейчас? Там, зальет там дверь? Там дождь, наверное, попадает, да? О, тут дождь. Ой, молния. Да. Ой, у меня дождь. Егор, иди помоги, там наверное, надо убрать. А что тут? Помоги, вот эта вещь. Сверху проникает. Вот он дверь, этот. Где? Вещи. Да, беги, бери. Мне надо руку, только быстро. Ну, ручку-то положи на место, что ты ее таскаешь с собой. Вон, положи здесь, в карман. Ой, давайте футболку играем, да все равно ничего делать. Какой футбол? Ты что придумал? Водяной. Водяной, да. Пропусти. Куда он пошел-то, Никон? Ну-ка, стой. Куда вышла? Маша, заходи давай, заходи. Нет, ветер прошел. Все. А, у него башмаки там. Что, вымочила ее? Ага. Ну, попроси там на печку куда-нибудь поставить, да и все. Все, заходим на занятие. Вовремя мы вернулись. Сейчас бы нас как полило бы там на озере. Заходим на занятие. Ну что, спас кеды? Где-то что идете? Вот да. Ставь. Найди место, вон под дверь шалкой. Так. Илья, что там лазишь? Света нету. Ну а что, перемкнуло где-то? Ветер сильный. Ну, это убрать надо и протереть. То, Коля, не лезь туда, не лезь туда, не лезь. Сейчас протрут тряпку, и тогда ты будешь. Вась. Тишина создалась, Тараси. Благодарим Тебя за все Твои изречения, милость и любовь Твою, за дар спасения, за Твое долготерпение, слава Тебе. Господи, благослови наши занятия, помоги нам, просвети наш разум и сердце. Любящий Христос, даруй нам познание и откровение слов Твоих, чтобы нам быть спасенными и в вечности всегда быть с Тобой. Любящий Христос, помоги нам. Спаси и сохрани, защити, Господи, дай. Помоги нам во всем. Тебе мы возносим вечную славу Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь. 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 Ну,
Маша, Маша, садись за тот стол. Маша, садись за тот стол. Тут не надо садиться. Все, иди, все, иди. Отдай ему тетрадку, если его. Все, иди, иди, садись. Я рисовала, ты профиль рисовала. Даже если профиль рисовала. Да. Маша, занятия начали. Все, идите занятия. Ну что это такое-то? Ходим туда-сюда. Иди сюда. Вы зачем крыленку собрали? Распрямите ее. А он качает все время. Тихо, Тараси. Прекратили разговоры все. Хорошо, распрямили кременку, я говорю. Егор, убрали все эти волны. Начини, Егор. Тарасик, выпрямись, сиди спокойно. Так, сейчас мы запишем несколько слов из Священного Писания, а потом проведем викторину. Далее загадки, пословицы и поговорки. Пословицы, поговорки некоторые тоже запишем. А потом несколько человек у меня будут отгадывать здесь цифровое значение из Священного Писания отдельно. Где остальные? Где остальные? Здесь. Итак. Тихо. Сначала мне назовите, дети, грехи, дела, плоти, какие вы знаете по Священному Писанию, дела плоти. Вы уже проходили. Грехи, дела плоти. Назови. Давайте. Повторяем. Знаешь, чрево. Вот. Поднимайте руку. Так, кто знает? Что еще? Просим. Какой вопрос? Дела плоти. Дела плоти. Прелюбодеяние. Блуд. Нечистота. Дальше. Я слушаю. Дальше. Чревоугодие. Чревоугодие. Дальше. Гордость. Вражда. Распри. А. Ссоры. Они заучили этот стих Писания? Сейчас это вы все запишите и так далее, чтобы хорошо знали это все. Дела плоти записываем. Нечистота. Галатам 5:19. Идолослужение. Дела плоти запятая. Дела плоти. Нечистота. Нечистота пишется вместе. Нечистота. Непотребство. Идолослужение. Нечистота вместе? Вместе. Волшебство. Вражда. Егор, пиши. Пиши. Вражда. Распри. Ссоры. Ссоры 2С. Зависть. Гнев. Ереси, ненависть, убийство. Коля, записывай. Пьянство. Ненависть, что? Убийство. Пьянство. Убийство. Так, я понял. Убийство, пьянство. То, что я диктую, Егор, пропустил, потом допишешь. Пиши то, что слышишь сейчас. Бесчинство. Поступающие так Царствие Божие не наследуют. Записываем. Поступающие так
Ну, пропусти, перед тебя потом допишешь. Пропусти место и хотя бы запиши эти слова. Поступающие так Царствие Божие не наследует. Пропустили строчку, записываем. Плоды Духа. Плоды Духа. Кто знает, какие плоды Духа? Поднимаем руку. Плоды Духа. Кто знает? Так, Марина. Пусть дети отвечают. Они должны знать. Смирение. Я подскажу. Смирение, терпение. Послушание, это добродетели человека. Да. Плод же Духа. Какие? Пишем. Любовь. Да. Имеющий любовь, остальные все отсюда добрые. Не то, что мы кричим друг на друга, рявкаем, обзываемся. Это плоды плоти, если вы так поступаете. А плоды Духа – любовь, радость. Мир. Подождите. Ну, пишет плоды Духа и записывает себе. Ну, пропусти там, напишешь потом. Я не понимаю, что не пишет. Что я написала? Гармония, радость, что? Нет. Не наследует. Пиши здесь даже не строчку. Царствие Божие. Строчку пропусти и пиши плоды Духа. Так, любовь, проверяйте, радость, мир, долготерпение, благость, рука правая, чтобы была на столе. Милосердие. Кротость. Пишите без ошибок. Воздержание. И в скобочках написали ниже Галатам, 5 глава, 5:22. Воздержание. Галатам 5:22. Галатам 5:22. Кто не успел дописать, откройте Евангелие и допишите. Так. Нового Завета или Ветхого? Нового. Галатам – это Новый Завет, конечно. Это послание апостола Павла. Опять что? Вы же заучили содержание. Место. Вот то, что записали, заучить наизусть. Галатам, 1, значит, 5:19, а сейчас 5:22. Дальше. Ну-ка скажите, какие слова нужно дописать? Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что? И далее, кто дополнит? Бог поругаем, не бывает. Так, кто дополнит? Дальше, что можно? Какие слова идут? Просим. Дальше. Дополнишь? Бог поругаем, не бывает. Что посеет? Нет. Так. Что? Что посеет, то и соберет.
правильно, что посеет человек, то и пожнет. Кто сказал? Я пожнет. Коля, Илюша. Я пожнет. Сиди хорошо. Я сказала. Так, пожалуйста. Я сказала, пожнет. Хорошо, молодец. Сеющий плоть свою от плоти пожнет что? Служение. Сеющий плоть от плоти пожнет что? Богослужение. Коля, сиди молчи, она не тебе сказала это. Трение. Никто не имеет права. Тихо, Тарас. Это все Галатам 6:8. Запишите, Галатам 6:8. Прочтете в Евангелии, запишите тетрадочку и запомните. А сеющий дух от духа пожнет жизнь вечную. Галатам 6:8. Это все вы... надо заданием. Итак, переходим дальше. Записывать пока не будем. Проводим викторину. Сейчас вы мне скажете. Так, ну-ка повторили. Кто царствовал в Израиле после Саула? Куда пошла? Так, просим. Давид. Так, молодец. Так, какие искушения мы с вами уже прошли. Что Иисус Христос назвал своей пищей? Евангелие от Иоанна. Вспомните, о чем читали, ну-ка. Когда подошли к нему ученики, предложили ему кусить пищу, то что он назвал своей пищей? Что? Так, вспоминаем, дети. Учили, читали, это знаете. Так, что? Вера людей? Нет. Они не читали это. Это не читали разве? Нет, конечно. Они только Евангелие от Луки немножко знают. Творить волю Отца Небесного и совершать Его дела. Ну ладно, значит, это мы оставим. А это не помните? За что Бог поразил жителей? Нет, это огни, тоже, не знаете. Нет, это не буду я вам спрашивать вас. Ну-ка, а как вы... Как они... Тась, выпрямись. Что стало для народа израильского предлогом потребовать себе царя? Они изучали это, нет? Они ничего не знают вообще. Они чего? Не знают. Это, конечно. Да? Они дома хорошо. Библию в руках-то не держат. А почему апостол Павел призывает не забывать страннолюбие? Вот кто помнит, кто знает. Почему апостол Павел говорил не забывать страннолюбие? Надежда Васильевна, они первый класс не закончили даже еще. Они вообще ничего не знают. А, ну тогда ладно. Ну я тогда отвечу на этот вопрос. Их только учить надо. Потому что ничего. Это страннолюбие. Тарас, выпрямись. Потому что Тарас. Можно принять кого? Ангела. Христа. Если ты принимаешь человека, какого страннолюбца, странника, что в лице его ты принимаешь Христа и принимаешь ангела, как Авраам принял странника. Среди них был Христос. Ливия, рисовать не надо. Вы записывайте, сидите, вы же ничего не знаете. Что записать? Где ты записала?
Запиши слова, что Надежда Васильевна вам говорит. Все, рисовать не надо. Сейчас не урок рисования. Я сказал, Илья, не рисовать. Что не ясно-то? Коля, выпрямись. Вы записывайте для себя. Хотя бы одно слово запиши, то, что ты Надежда Васильевна сказала. Что такое страннолюбие? Все, проспал. Проспал уже. Вы еще ничего не будете знать. Так, сейчас я дам вот слова. Пожалуйста, буквы цифровое значение, да, имеет. И вот цифры написаны, здесь написан текст апостола Павла. И вы вот этот текст должны, глядя вот на эти цифры, где буквы, то отгадать, что написано здесь. Так, старшеклассники, кто имеет желание поработать над этим? Да. Так, пожалуйста, Леонида, возьмите листок и будете писать. Мы продолжаем дальше. Записали слова и заучили наизусть. Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Вот что значит, почему мы изучаем Слово Божие. Псалом 118, 105. Это прямо написать, чтобы у вас постоянно было здесь и в голове, и в сердце. Слово Твое, пишем, светильник ноге моей. Слово Твое, тире. Светильник ноге моей. Твое с большой буквы. Что относится к Богу ко Христу, всегда пишем с большой буквы. Слово Твое, тире, светильник ноге моей и свет стезе моей. В скобочках написали Псалом 118. Двоеточие 105. Скобки закрыли. Можете повторить, пожалуйста? Что? Повторить можете, пожалуйста? Слово Твое, светильник ноге моей. Егор, выпрямись, не разваливайся. И свет стезе моей. Стезе. Кто знает, что такое стезе? Так, правильно, стропинка. Свет стезе моей. Псалом 118, двоеточие 105, скобку закрыли. Так, Лиза, Лизонька, давай, передавай, затихайтесь. 18-й какой? 105-й, 118, двоеточие 105. И еще один стих, заучим наизусть. Кто успеет записать, запишите, кто нет, значит, заучим наизусть. Как юноши содержать в чистоте путь свой хранением себя по слову твоему? Псалом 118, 9. Как юноши, но как юноши имеется в виду здесь и девица. Юноши, девушка, мальчик, девочка. Как юноши содержать в чистоте путь свой хранением себя по слову Твоему. Так, повторили все хором. Как юноши содержать в чистоте путь свой? Дальше. Ливия, почему не записываешь? Хранением себя по слову твоему. Псалом 108, 118, 9 стих. 118, 9 стих. Повторите.
Как юноши содержать в чистоте путь свой? Машенька, почему не пишет? Маш, ты в какой класс идешь? Пятый, да? Так, записали? Тогда, кто не записал, повторяем вслух. Как юноши содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему. Псалом 118, двоеточие, 9, скобку закрыли. Повторяемся хором, заучим наизусть. Как юноши содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему. Псалом 118, 9 стих. Итак, еще раз повторили. Как юноши содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему. 118, 9. Псалом. Так, хорошо. Положили ручки, тетради закрыли. Все, внимание сюда. Пословицы, поговорки. Послушайте внимательно. Человек без друзей, что дерево без корней. Человеку по работе воздается честь. Добрый пример лучше 100 слов. Добрые дела человека красят его. Сами каждый повторяйте про себя эти слова. Дальше. Стоит на крыше. Нет, это загадки, простите. Загадки потом. Кто пахать не ленится, у того и хлеб родится. Не ленится, у того и хлеб родится. Землю красит солнце, а человека труды. И обед не в обед, коли хлеба нет. В нашей кухне целый год. Ой, простите. Дед Мороз в шкафу живет, эта загадка уже идет. В нашей кухне целый год Дед Мороз в шкафу живет. Что это? Холодильник. Молодцы. Так. Стихи, друзья, хорошие. Почаще с ними будь. Они помогут в прошлое и в завтра заглянуть. Это что? Пословица, поговорка. Или загадка? Пословица. Так, хорошо. Вот сейчас мы начнем загадки. Ну, еще одну пословицу скажу. Друзья познаются в беде. Маленькое дело лучше большого безделья. Красота. Красна птица перьями, а человек умением. А? Слышите? Красна птица перьями, а человек умением. Маленькое дело лучше хорошего безделья. Большого безделья. Ну ладно. Переходим к загадкам. Слушайте внимательно. У избы он побывал, все окно разрисовал. У реки погостил, во всю реку мост мостил. Еще раз. У избы он побывал, все окно разрисовал. У реки погостил, во всю реку мост мостил. И кто это так? Слушай, еще считай. Ну-ка, пожалуйста. Ну-ка. Мороз, конечно. Хоть
сама и снег, и лед, а уходит, слезы льет. Зима. Зима, а за ней весна, правильно. Шагаешь впереди, лежит, оглянешься, домой бежит. Дорога. Кто сказал? Лен. Так, Лен. Хорошо, молодец. Угу. Так, и еще одну загадку. Маша, не мучай, дай ему. Пословицы. Хочешь есть калачи, не лежи на печи. Труд всегда дает, а лень только берет. А? Ну-ка. Труд всегда дает, а лень только берет. Семь раз примерь, один раз отрежь. Ну, это пословица поговорки. Я сейчас одну пословицу скажу, с вашего разрешения. Да, пожалуйста. После дождя босиком побегать по лужам. Хорошая пословица. Здорово, а? Пойти искупаться, и все. Дождь прекратился. Ну-ка, вот внимательно слушайте. Вот это вот, кто же отгадает, а? Это загадка. Осенью, летом, весной и зимой 10 помощников рядом со мной. В доме они поспевают повсюду, пол подметают, моют посуду, чистят картошку, чистят ботинки, младшему брату рисуют картинки. Ой, рыжая, иди сюда. Голубой платок, алый колобок, по платку катается, людям улыбается. Небо и солнце. Небо и солнце, так, молодцы. Пыль увижу, заворчу, заверчу и проглочу. Пылесос. Молодцы, смотри, какие. А вот это интересно, отгадайте, нет? Мы проворные сестрицы, быстро бегать мастерицы. В дождь лежим, в снег бежим. Лыжи. Уж такой у нас режим. Кто сказал? Лыжи. Молодцы, смотрите. А это ростом мал да удал. От меня ускакал. Хоть надут он всегда, с ним не скучно никогда. Ёжик, мяч. Мяч, правильно. Ну и последнее. Пословица такая. Сломить дерево – секунда, вырастить – года. Носит хобот, а не слон. Пылесос. Загадка, тихо. Носит хобот, а не слон. Пылесос. Тихо, не выскакивайте, пожалуйста. Просто, что за привычка такая? С поднятием руки – это раз. Другие тоже хотят сказать. Нельзя выскакивать. Носит хобот, а не слон. Но слона сильнее он. Сотни рук он заменяет, без лопаты окопает. Копает. А? Копает. Какой-нибудь трактор. Ну-ка, думайте. Еще раз читаем. Носит хобот, а не слон. Но слона сильнее он. Сотни рук он заменяет. Экскаватор. Без лопаты, а копает. Так, пожалуйста, Коля. Экскаватор. Молодец. Экскаватор, совершенно правильно. Ну вот так вот поднимите руки, но не надо выкрикивать этим. Так, ну-ка, это вчера что-то затруднились, а сейчас отгадайте, правильно. Из железа тучка, а у тучки ручка. Эта тучка по порядку обошла за грядкой грядку. Так, пожалуйста, Егор. Лейка. Лейка. Молодец. Ну, хорошо. Так, ну, достаточно. Это на завтра. Так, викторину прошли, загадки. Отгадали там, кому дала цифровую? А?
Угу. Еще не решили? Да, отгадали. Отгадали? Пожалуйста, да, прочитайте. Сейчас, Надя. Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Что? Еще раз спроси, громко, четко. Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Где написано это? Иакова. Иакова. Молодец, хорошо разгадали. Вот хорошо, кроссворд на завтра, сегодня не будем. Так, хорошо. Еще на вопрос здесь ответить. Вот описание. Ответили. Это тоже уже сказали так. Я вот шел и размышлял по траве, по здоровой. Мы бегали по лужам всегда. А сейчас дождь выпадет, и такая зелень какая-то, вода зеленая, как ядовитая. И вот дети знают все, Евангелие, такие надписи. А вот то, что они делают, мы даже в мыслях не могли допустить, что это можно. С чем это связано? Конечно, мать сказала, есть Бог, ад. И это удерживало. Сегодня все это говоришь, показываешь, огонь горит. Жуков сжигая, говорю об аде, он смеется, сидит. Ничего не знали совсем. И Господь вел и привел к Евангелию, и никуда не всех, кто ничего не просто понимал, что это нельзя. Почему? Сегодня занятия, закон Божий, детская какая-то утренняя там школа. И выходят, и как будто никогда ничего не слышали. Вот этот вопрос, почему? Это один из самых основных. Одни, при том, на поле, одни. С нами даже взрослых не было. Брату 10 лет, мне 5. Сегодня столько им говоришь. Страх Божий был, а сейчас страха нет, поэтому так все надо. Что тут? На первом месте избрание, молитва матери. А что самое-самое главное? Страх Божий. Даже ничего не знает. Есть ад, есть рай, и ты можешь попасть в ад. Сейчас будет жара такая, а у нас колодца вода, а у нас вот скачает. И пьешь воду, как будто это не вода, а просто я вышел подышать воздухом холодным. Настолько она хорошая. Никакая продажная вода не даже близко не подойдет. Никаких примесей. Соли в норме. Еще не засаливается. А этот богач просит каплю. Конец перста своего, чтобы задел за его язык. Мы это не знали притчи. Мы знали, что есть огонь. Есть ад. Это было страшно. Дети все слышат сегодня, они не страшны, он никак не увязывает это с тем, что он умрет. Отсюда как будто бы, если кто-то спросил, а что вы желаете, как вы, чтобы ничего не знали они, а потом обратились, нет, конечно, надо знать. Но я не могу не задавать вопросы, почему они бесчувственные такие. Постоянно дерутся, и при том даже вот минуты посидеть не могут, толкнуть надо. А тот ему в ответ, а я не первый, он первый. То есть враждебность. В этой враждебности, насколько я знаю, у мусульманских детей вообще нету. Нету совершенно. В армию идут, дедовщина, убивают друг друга, заставляют стирать там всякие пакости. Он не соглашается, его убивают.
сами подвесит, и говорит, он повесился. Спрашивает Израиля сейчас, а у вас есть эта дедовщина? Они говорят, нету. А хотя в армии наравне с мужчинами, с парнями служат и девчата. А насилия нету, вообще нету. А во Христа не верят. А тут верит и причащается человек, и удержу нету. Каждый день разборка какая-то. Ну, просто дурь такая прет. Как же так? Поэтому я воображением вхожу в то время их возраст. Ничего этого не было. Совсем не было. И даже мы не представляли, как это может быть. Потеря совести, неразвитость, вот это. Интересно, что-то рассказываешь, а он и не слышит. Он не слышит даже. Не то, что там не вникает, а просто не слышит. Замуровано тут все. Вот пасет она, девчонка. В два уха вставлены эти заклепки. Она с заклепками с этими ходит. Отец едет в тракторе, тоже заклепки в ушах. Никакого слова нету, чтобы... То есть я даже вот с ними говорю, и ни одного не найду, которого действительно был бы интерес. Интерес пчел познать, пчеловодство. А мы все время толклись, они нас жалили. Мы ели это одно, а старались узнать, журналы были. Я вот достал книгу переплетенную. Это «Лесная газета» Виталия Бьянки. Ну все интересно. Я им рассказываю, им неинтересно. Я показываю, они неинтересны. Я взял голубя, везу, а голубь ручной. И вот этот голубь на руке сидел, они смотрят, глазами хлопают, а везу сюда потеряю. И вот голубь — это птица, он не может себе держать. Это нельзя приучить. Он все время, как еще, в прошлом много времени направился. Говорят, для того, чтобы облегчать себя, чтобы легче лететь. И вот он какнул там, как, а едем-то в автобусе, как все оживились, как захохотали, это такое понятное дело для них. Ну как это так? У него тоже что-то выпадает, он какое-то общество нашел, голубью, и хохочет, не могу унять. Я ничего нет особенного. Это дело даже не в компьютере. Их не было компьютеров. Я вот замещаю в детях. Ты что-то руку поднимаешь? Да. О, так а что это? Не молчи. Ну, я спрашиваю, а ничего не говорит. Я хочу вам сказать. Там просто я хочу по-другому другое сказать. Там на озере головастики дохлые. На каком? На котором мы купаемся. Головастики все сдохли? Не все, там некоторые живые. А как ты понял, что они сдохли? Они просто вот так вот всплыли, не шевелятся. Возьмешь, они вообще не шевелятся. Не знаю. Какая-то отрава попала, может? Я тоже заметил. А? Я тоже заметил. Заметил, да? Ну, я не видел, не знаю, но если головастики сдохли, может быть, много их, им нечем питаться. Лягушка-то высевает там это икры-то. Все облеплено. Им не очень питаться, может быть. А может, кто-то специально отраву пустил, чтобы детишки болели. Тогда не ходить, туда не купаться. Ходить вот рядом на ванне. Ну, тут сразу глубок, там маленько опустились, и потом земля такая вот. Ил. А там илу нету. Не знаю. И вот это то, что мы не знали и вели себя по-другому. Вот у меня племянник, и там он начал хамить такой. Отец Аким говорит, вот у нас дядя был дядя, а я ему племянник. У нас был Тихон Дмитриевич отец, а это Степан Дмитриевич, родной брат, дядя. А можно было вообразить, что я к дяде, там как-то вот так вот, ну, нахамил.
даже уже после, когда и дяди не было. И вам нет, никак. Никак, абсолютно никак. А у них это даже нужды нет. Как будто бы семечки выплевывают. Дело даже не в вере. Тут больше намного. Даже вот как работает. Смотрю, двое помогают. Нормально. Вас нету. Я корчую, пот льет, скорее надо закончить. Они там друг за друга прячутся, стоят. Почему? А что вы не прятались так? Никогда. Даже в мыслях не было. Мне доверили, мы старались, пластаешься, то есть стараешься в доску разбиться. А это нет. Нравится ему, будет делать. Не нравится, он просто будет так время проводить, болтаться. Причина, все. Я не знаю, как бы я отреагировал, если бы вот это все услышал. Но еще не знаю славянский язык. Мать уйдет на работу, я к ним тащу, переписываю, заученный наизусть. Им ничего не надо. Заучить наизусть не будут. Даже вот эти вот стихи, какие есть, это можно не спрашивать. Вряд ли кто-то 5 стихов этих запомнит. 5. При этом все они с объяснением. Все мы предстанем на суд Христов. Вот основа основ. Вера, вера. На суд Христов. Всем надо держать предстать пред судилище Христово. Вот так. А покаяние этому никакого понятия не было. А еще выкается. Вот теперь вопрос. Даже объяснили бы, я не воровал. Другое не делал, это не знаю. На чем все держалось? Почему? С 4 класса мы учимся в школе, вот где. Попробуй ты свой ходить в школу, уроки не проверяй месяц. Ты выйдешь, что он будет приносить. Один, а мы одни. Одни там учимся. За нами никто не смотрит, родители неграмотные, без надзора. И учимся, заучим там и геометрию, и алгебру. Я наконец остановился на том, что избрание. Избрание это центральное. Если избран, то значит будет страх Божий. Бог подкладывать будет, и ты не отвергнешь, будешь принимать. А я не избран. Откуда ты знаешь? Начинай просить. Просить милости Божией. Вот так. С той стороны, с обратной. Вот все. Так. Еще вопрос. Ты даже не разбудишь. Еще вопрос. Как это дать детям? Они все знают. А ведут себя просто никак нельзя назвать, что порядочно. Я им преподаю, я другое не могу сказать. Потому что знание и жизнь в Боге это все разное. Мне Евангелие только подтвердило то, во что я верю. Надо понять, что за меня умер Христос. Все. Они спят. Каждый проповедник, такой проповедник, он выйдет на карту, он плачет. Я говорю, а слушайте, все спят. Он говорит сам, услаждается и плачет. И значит верит в это. А остальные сидят, спят. У нас такое там, где Игорь сидит, проповедует, где ребятишкам, да они все как один в повалку. По столам разметались, так и раскрыты. А мы слушали, раскрыв рот, искали. Если бы сейчас вот, ну, даже мне отдали этих детей, сказали их научить страху Божию, не знаю, я бы их не взял. Чего вы разговариваете-то? Записал бы имена и пошел домой молиться.
больше ничего нельзя сделать. Сегодня ходил я туда, лазил со всех сторон, смотрел, что наклон у голубятни почему. Она верхняя часть, верхняя, она не связана ни с чем. И она сползает. Она сползает. И с каждым разом она все сильнее сползает. Поэтому она и наклоняется. А раз сползает, то она наклоняется. Это, которая у паукосина, они поднимают. И надо будет перебазироваться оттуда. Ни с чем не связано. Плита связана, а которая вверху, она ни с чем не связана. Она просто может опрокинуться и все. Сама почему? Деревянная коробушка это? А? Сама деревянная конструкция или что? Да. Она стоит на брусках. А бруски на этих, на упорах. И она на них движется, эти все больше наклоняются, вот уже вот так стоят. А эта, она же идет за ней, она почти выпрямляется. И дальше она начнет ее выталкивать. И дальше кувыркнется, и все. Ничего себе. А когда делали, не думали, да? А? Когда делали, то не думали об этом? Конечно нет, уперто стоит нормально, и все. Еще ее потянуло туда, потому что вся пшеница, тяжесть на той стороне. Надо срочно оттуда пшеницу эту убирать и голубей убирать. И голубят не оставить пока в покое. Ее нельзя сейчас вытянуть ничем. Ну, может быть, как-то можно упереть там что-то и домкратом тянуть сюда дальше. Может быть, не знаю. А что она уходит, это все видно. Осталось 5 минут записи. Уже больше четверти уплыла туда. 5 минут записи осталось, электричества нету. Ничего, выключим, все на этом уходим. 5 минут осталось. Так, еще вопросы. Без чего нет спасения?